Эта трагедия, друзья, произошла сегодня рано утром прямо на телевидении. Многие кто не хотят в это верить, многие просто рыдают. Смотрите наши новости, не переключайтесь, друзья, спасибо вам за вашу поддержку. Сегодня рано утром на телевидении стало плохо известному российскому артисту, который был приглашен на одну из самых популярных телепередач, Егору Дружинину. Пришлось на телевидении вызывать скорую помощь. Медики после приезда оказали ему медицинскую помощь и предложили ему проехаться в больницу. Сейчас Егор Дружинин находится в одной из лучших клиник города Москвы. Будет ли он госпитализирован, пока неизвестно. Мы следим за данным происшествием. Очень жаль известного российского артиста Егора Дружинина. Мы все надеемся на то, что медики окажут ему хорошую медицинскую помощь. Собираем весь нужный материал, друзья, чтобы в следующем выпуске рассказать вам более подробнее об данной трагедии.